У тебя гонорары небольшие? За съемки в рекламе, ну там какие... Например. Самые большие деньги, которые ты зарабатывал вот в своем образе, это где было? Ну это вот первый год, когда вот это все началось. Был вирусный ролик, называется «Ди Каприо настоящим». Но там была такая скрытая реклама водки. Сколько ты получил тогда? 65. Ну, учитывая, что я тогда получал примерно 30 тысяч в месяц. А тут за раз? Да, за один день. Хотя потом мне режиссер или продюсер, я уже не помню, кто там сказал, что... Это стоило намного дороже. Раза в три точно.